Фонд общественного мнения на неделе выяснил, насколько россияне доверяют врачам и как люди относятся к врачебным ошибкам. Так вот, согласно опросу, более трети населения страны сталкивались с ситуациями, когда врачи ошибались в диагнозе или в назначении лечения им или членам их семей. Больше половины респондентов эта проблема не затронула. Если говорить о конкретных цифрах, то в целом врачам доверяют 60% наших сограждан, не доверяют 28%. Подавляющее большинство тех, кто сталкивался с врачебными ошибками, всего таких 37%, видят их причину в низком профессионализме медиков, недостатке знаний, халатном отношении к делу. В редких случаях россияне говорят, что ошибки естественны для всех, ссылаются на сложность самой профессии или даже винят пациента.